100 лет, отечественная война, короче, это Николай II. Вот, смотрите, сохран, что сказать, ну, так себе, неплохой сохран. Ну, в таком сохране от 100 тысяч примерно идут такие монеты. Вот, сейчас я вам покажу. Взвешу 20 грамм. Ну, плюс-минус это. Вот. Тут есть одна хитрая тонкость, как ее отличить. Но, к сожалению, я не могу, но смотрите внимательно. Я не могу это сказать. То потом хорошие люди пользуются этим. Смотрите, изучайте детализацию, все четко должно быть. Вот на эти обращайте внимание, на эти точки, чтобы они не расплывались, а все должно было, все четко должно быть. Гурт, само собой, видите, вдавленный. В общем, смотрите внимательно, чтобы не попадали. Часто подделывают эти монеты, друзья, часто. Вот эти вот по краям, вот эти ленты, все. Все четко должно быть. Детализация должна быть идеальная. Понимаете? И все будет хорошо. Короче.